Вы смотрите «Большую тройку». Здравствуйте. Сегодня говорим о легкой атлетике, футболе и, конечно, хоккее. Но для начала вместе с Алексеем Адариевым и Андреем Блохиным как следует потерроризируем вопросами Андрея Корешкова. Тем более, что повод есть. Здравствуйте, товарищи. Здравствуй, Андрей. Я хочу пару слов сказать, дорогие друзья. Так получается, что мы в самом деле самый спортивный регион. Вот к нам звезды спортивные заходят.